Так, ребят, всем привет. Я сейчас в логове. Всем привет. Хочу рассказать вам одну вещь. Во-первых, про видео, что будет осенью. И, во-вторых, еще одну новость. Короче, начинаю с самой главной. Что будет осенью? Осенью, скорее всего, я буду снимать раз два или один раз в неделю. Во-первых, будет 7 класс. Во-вторых, будет домашнее задание. Ну, все мы понимаем, о чем я. Поэтому снимать я буду не каждый день, как сейчас. Я снимаю каждый день и потом выпускаю по очереди. Сейчас заодно расскажу и покажу изменения. Вот сейчас я сижу на дереве, если не видно. Вот. Сижу на дереве, значит. Это главная новость. То есть, когда я буду учиться, видеоролики не будут выходить часто. Во-вторых, скорее всего, с котенком видео будут выходить примерно до октября или до сентября. То есть уже в октябре, наверное, или в конце сентября даже роликов с котенком не будет, потому что я сниму роликов 10-20 перед уездом и буду выпускать по очереди. Их ненадолго хватит. Поэтому, ребята, извините, но, скорее всего, там будут либо игры, либо буду снимать что-нибудь рассказывать. Поэтому вот это я расскажу попозже. Значит, что сейчас буду рассказывать? Я создал телеграм-канал. Туда я буду выкладывать ролики раньше, чем на YouTube. То есть на YouTube я буду выкладывать, например, там, например, 15 числа, а в телеграм 10, 11 или 12. То есть там будут эксклюзивные видео, то есть раньше на несколько часов, на несколько дней, на несколько недель и так далее. Поэтому переходите по ссылке, я оставлю либо в описании, либо в комментариях. И нажимайте «Перейти по ссылке» и нажимайте «Присоединиться» в Телеграме, если у вас есть Телеграм. Мне кажется, он сейчас у всех есть, поэтому не проблема. Там будут всякие фотки, всякие голосовухи и много чего другое. То есть там я буду предупреждать аудиторию заранее. То есть если я, например, обещал видео заснять и не смог, я в Телеграме выпущу причину, почему не смог. Поэтому, ребят, подписывайтесь на Телеграм. Это очень важная штука, поэтому всем советую. Там будет реально много всего годного. Ладно, ребят, не буду затягивать ролик. Ролик получился 2 минуты. Сейчас я выйду. Так, значит, не знаю, будет ли вам тут видно. Но вон там вот, за листьями, вон там бутылку видите, да? Вон там вот у нас будет, скорее всего, костер, ну или еще что-нибудь такое. Костер. Или что-нибудь такое. Значит, все новости я рассказал. А вот про котенка и осень это уже будет ближе. Сейчас я так рассказал, как планирую. А на самом деле может все быть по-другому. Поэтому переходите в Телеграм, там будут важные новости. Ладно, ребят, давайте. Всем удачи, всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока. Спасибо за просмотр. Всем пока-пока.